Ладно, пока. Что еще? Я хочу уточнить. Вы сказали взять $200 у Шнайдера и 1000 у Капполи, верно? Нет, нет. 1000 у Шнайдера и 200 у Капполи. Понял? Да, $200. Отметь у себя. Теперь понял. Что за девка, с которой ты гуляешь сегодня? Даже это знаете? Ты же знаешь, я в курсе всего. Мне обо всем мухи местные докладывают. Это сестра Полли. Рокки, ну? Кажется, она чокнутая. Она не чокнутая, она скромная. Я тебя научу, что надо сделать. Отведи ее в зоопарк. Чокнутые обожают зоопарки. Я должен слушать этого придурка? Кто придурок? Ты идиот. Успокойся, успокойся. У Бадди плохое настроение. Из-за его простаты. Да у него вечно плохое настроение. Ты в курсе, что тебе жутко повезло, Бадди? Ты мог уже на кладбище оказаться. Не нравится мне твоя рожа, а меня твоя тошнит. Пошел ты нахрен, я сейчас получу тебя, вылезай из машины. Спокойно, спокойно, вы решили оба меня с ума свести. Что с тобой? Бадди с тобой не справится. Да. Для многих парней любовь не имеет смысла. Да. Держи. Это 50 баксов. Ты веселись как следует с твоей Адрианой, ладно? Спасибо. Откуда вы знаете, как ее зовут? А ты еще не понял, что я знаю все? Рокки, ну, помнишь, что я тебе говорил? А что ты говорил? Отведи ее за...